Национальная сборная Франции впервые примет участие во всемирных играх кочевников. Делегация будет защищать честь страны в двух видах спорта. В стрельбе из лука, верхом на лошади. Кстати, французские спортсмены одни из самых сильных в этом виде. Они могут стать главными соперниками казахстанской сборной, так как в составе команды есть действующие чемпионы мира и Европы. Французы будут представлены и в соревнованиях по увари. Это интеллектуальная игра, распространенная в странах Африки, является аналогом тогоскумалака. Как рассказал руководитель делегации Жауат Бустани, спортсмены с интересом ждут старта игр кочевников. Это супер возможность всемирных игр кочевников открыть нам другую культуру, другие виды спорта. Для нас, французов, это станет культурным обогащением. Идея познакомиться со всеми спортивными практиками. Эти игры не являются чем-то привычным, они традиционные, и они не похожи на Олимпийские игры в Париже. Так что мы ждем для себя новых впечатлений.